Красноярскую больницу скорой помощи до 2018 года планируют полностью обновить. По проекту рядом с уже имеющимся зданием появится новый четырехэтажный корпус. В нем разместятся 15 операционных и 24 палаты интенсивной терапии. Начальная цена контракта – почти 738 миллионов рублей. Реконструкция БСМП – одна из задач, решить которую нужно до универсиады. Деньги, заложенные на работы, выделяются в том числе из федерального бюджета. Просьбу края о финансировании реконструкции поддержали депутаты Госдумы от ЛДПР. На днях больницу посетил заместитель председателя комитета Госдумы по науке Михаил Дегтярев. Когда нам построят новый операционный блок вместе с приемным отделением, мы наконец-то сможем правильно, что, как требуют современные реалии, сначала перераспределить прием больных, экстренных, тяжелых. У нас большие планы. У нас планы увеличить количество операций за счет того, что мы будем использовать не 12-16 часов в сутки, а 24 часа в сутки. Это потребует, конечно, определенных организационных моментов, но мы к этому готовы.